Йоу! Всем привет, братья мои, сестры, друзья мои, подружки. С вами, как всегда, я, Утес Шимору, и добро пожаловать в понедельничное видео. Позднее понедельничное видео. И ты знаешь, я тебе не рассказывал один секрет. Я не всегда беру топ-1 в Apex Legends и решил сделать тебе, ну, парочку таких видосов, которые у меня не удались, скажем так. И почему они не удались, было достаточно смешно, поэтому решил тебе выложить. Во-первых, рассказывай, как у тебя понедельник, пока ты мне пишешь и смотришь ролик, я тебя почитаю. Спасибо тебе, как всегда, за царский лайк. Поехали. Эй, йоу! Всем привет, братья мои, сестры, друзья мои, подружки. С вами, как всегда, я, Утес Шимору, и добро пожаловать в Apex Legends, где мы с тобой продолжаем ожидать Battle Pass. Дружище, чего он пизданул там? Я не услышал. Что ты сказал, чувак? Значит, продолжаем ожидать Battle Pass, и я для тебя, естественно, снимаю каточки, как говорится, и мы получаем с тобой безумное удовольствие. Спасибо тебе, как всегда, за лайк, за поддержку серии. Внедряемся в тоннель сегодня с тобой, как говорится. Прыгай, ох, нихуя, у нас по очереди, ребята, блядь. Так, спокойно. Сейчас, секундочку. Сейчас пока... Тихо, блядь, ты чё толстый нахуй? Газ не поставил, газ не успел поставить. Ах, лалейлочка, блядь. Решил меня в ловушку запереть, ёб твою мать. Так, значит, отлично. Нашему пизда уже, заебись, начало... Здравствуйте! Здравствуйте, господин робот, как у вас дела? Блядь, да сколько их здесь? В пизду нахуй. В пизду нахуй, я здесь посижу. Итак, ебать. Сейчас каратисты набегут, нахуй, я чувствую. У них же здесь лута нет, нихуя. Смотри, там пиздится, пиздится. Давай! Давай, дружище, заходи, я прикрываю. Ёб твою медь. Здравствуйте. Здравствуйте, вы по адресу, блядь. Первый каратист пошел. Сука, идите. Второй каратист, нахуй. Давай, давай, мать твою кунг-фу, блядь. Хуйня кунг-фу у тебя. Так, давай посмотрим. Давай, третья кунг-фу, блядь. Давай, блядь, ты не знаешь, откуда тебя убивают, да? Очень странно. Сейчас будет четвертая кунг-фу, смотри, блядь. Сейчас залетит какой-нибудь карате-пацан. Хуй-то там, блядь. Меня не достать вашим карате, блядь. У меня свое карате. Бля, патроны кончаются. Да, я понял, что там. О, еще один карате. Здравствуйте! Здравствуйте! Иди нахуй, пожалуйста, пройди. Так, спокойно. Бля, у меня патронов нет. Все, мне пизда. Ёб твою мать! Ты кто? Hello, motherfucker. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, в пизду, блядь. В пизду такие тас. Блядь! Перекрыли! Блядь, горю! Ну, и я решил как бы продолжить, понимаешь, снимать для тебя кадочки. Поехали посмотрим, что было дальше. Эй, йоу, всем привет, братья мои, сестры, друзья мои, подружки. С вами, как всегда, я, Утес Шимору, добро пожаловать в Apex Legends, черт побери. Знаешь, я тут в ожидании Battle Pass, как говорится, да, который должен выйти, ввести нам нового героя, поигрываю для тебя и как бы снимаю ролики. Значит, все весело, все хорошо, у нас все прекрасно проходит, замечательный день сегодня. Спасибо тебе, как всегда, за лайк. Как проходит твой охуенный понедельник? Радостно вообще, не радостно? Как у тебя вообще настроение? Рассказывай, пиши, я буду тебя читать, значит. Наша задача, значит, вдвоем с моим другом протащить каточку, и сейчас мы с тобой будем это делать. Значит, что по игре вообще происходит? А, давненько уже не снимал для тебя Apex Legends. Несколько дней, как говорится, да, пора бы поснимать. Опа. Оба-на. Оба-на. Нравится тебе, блядь? Так, тихо, спокойно. Тут ребята. Тут ребята. Сейчас, подожди. Сейчас мы поговорим. Подожди, у нас здесь замес, блядь. Крайний! Здравствуйте, ёбаный! Молодой человек, вы не перепутали ли? Как говорится. Да, значит, продолжаем снимать. В Apex Legends, значит, банят читеров, но я что-то на читеров попадаюсь часто в последнее время. И это меня печалит. Хотел поговорить с тобой об этом. И еще, многие ребята, значит, я заметил на протяжении многих серий, спрашивают у меня про мои девайсы. Хотят о них подробнее, чтобы я рассказал тебе все, показал. Поснимал на камеру. Скажи мне, будешь ждать такой ролик, если я вдруг для тебя смонтирую такое видео? Покажу тебе все свои девайсы, свои мышки, клавиатуры и прочее. Тебе это интересно? Напиши мне. Вот у меня для тебя интересный вопрос, значит. Сегодня я занимаюсь тем, что познаю... Сейчас, подожди. Тоннель смерти, как говорится. Тоннель разрушения, блядь. Вот этот вот тоннель я познаю, и мне это безумно нравится. Ты знаешь, сюда прыгать в эту локацию безумно весело и интересно на самом деле. То есть сюда прыгают обычно молодые тигриные львы, которые считают себя опытными петушатами. Ну, то есть опытными игроками, которые абсолютно знают свое дело, да? Как бы они приходят сюда, значит, и петушатся, но не понимают, что как бы здесь могут их зажать в любой прекрасный момент. На этой локации можно как быстро отлететь, так и быстро получить удовольствие. Чем мы с тобой и занимаемся, как говорится, да? Что еще хотел спросить? Так, по поводу девайсов я, естественно, тебе рассказал. Да, какие игры ты ждешь у меня на канале, понимаешь? Вот есть у нас негодовальщики. Значит, есть у нас игроки, не игроки, блядь, зрители, которые что-то хотят,
от канала, да, на канале видеть. А что-то, что-то прям вот прям уже не терпит, понимаешь? То есть вот есть такие, которые, блядь, Apex Legends, ну, уже не переваривают. Они смотрят, естественно, потому что им нравится, как бы, ну, что я снимаю, да. Ну, вот хотят не Apex Legends, хотят что-то другое. Напиши мне, что бы ты хотел видеть на канале, чтобы я тебе такого снял, и ты такой: нихуя себе, блядь! Скоро выйдет Generation Zero, скоро выйдет еще несколько игр, которые, естественно, будут на канале. А пока у меня, кстати говоря, и вообще пиздец. Я сейчас за рулем больше, чем, соответственно, за компьютером, как говорится, да. Постоянно куда-то езжу, постоянно какие-то дела, очень много разных дел, поэтому очень тяжело сейчас как бы сконцентрировать свое внимание, чтобы дать тебе как можно больше качественного, крутого контента. Ты же знаешь, да, я для тебя снимаю только самое охуенное, самое сногсшибательное, чтобы ты такой пришел, блядь, чтобы тебе, допустим, хуевое настроение, ты такой: хуяк, пиздык, нихуя себе, у меня хорошее настроение, Шумуру выпустил видео. И вот так вот, значит, вот такие вот у меня дела. Как бы YouTube на самом деле сейчас хворает, да, то есть какие-то проблемы, видимо, я не знаю, с чем это связано, но как бы выдача кому-то... Да что ж такое-то, ёбаный? Чё с сервером, блядь? Я не мазал, я не должен был промазывать так, ёб твою мать. Чё-то творится, кстати, в игре я заметил несколько каточек, то есть стреляешь вроде бы точно, и похуй, вообще разлет под пуль, скажем так, не динамичный. Так, значит, там у нас петушки. Действуем тактически, мой, соответственно, товарищ бегает за мной, и это очень радостно. Вот, поэтому напиши мне, что бы ты хотел видеть. Ну-ка, где-то здесь. Где-то здесь молодые люди. Здесь тигрята. С друг другом. Рычат, блядь, понимаешь? Рычат и радуются жизни, как говорится. Наслаждаются опиздулением друг от друга. Молодец, молодец, перекрыл. Значит так, мы поговорили с тобой о чем? Мы с тобой поговорили о... Ням-ням-ням-ням-ням-ням. О том, что бы ты хотел видеть, да? Generation Zero очень жду. Для тебя поснимать вам. Еще какая-то хуйня должна выйти у нас в ближайшее время. Блять, забыл, какая хуйня должна выйти. Но какая-то хуйня должна у нас выйти. Прям радостная такая. Ух, чтобы, блять, чтобы нам хорошо было. Значит, какая-то хуйня еще должна выйти. Вот, ее жду. Значит, эту хуйню для тебя посниму. Ну, в смысле, ролик будет не хуйня, естественно, но, возможно, игра хуйня. Как бы сам видишь, да? То есть я для тебя снимаю какие-то видосы сейчас. Да, ищу, значит, как говорится, контент среди новых игровых моментов, да? Когда игры выходят, думаешь: ой, блядь, может быть, что-то интересное. Заходишь, покупаешь, значит, эту игру, чтобы снять для тебя на канал. Значит, оказывается, говно обоссанное. Вот почему. Вот почему. Почему в нашем современном обществе, значит, последнее время выпускается одна параша в Стиме. Я не знаю, с чем это связано. Есть, конечно, вариации, да, одупления, как говорится. Но, тем не менее, не так много игр. Так, я надеюсь, наш парень активен, да, и меня не подведет, как говорится. Какие проблемы сейчас в игре Apex Legends конкретно, да? Какие проблемы, соответственно, сейчас сопутствуют этой самой игрулечке? Этой самой игрулечке сопутствует несколько рядов проблем. Значит, читеры, да, которые бывают, стреляют тебе в голову, и ты ничего не можешь сделать, да? Ожидание Battle Pass, всех заебало ждать уже Battle Pass, все хотят Battle Pass, но Battle Pass не выпускается. Возможно, это связано с читерами, а возможно, что этот Battle Pass будет стоить Apex монета. Apex монеты сейчас можно получить бесплатно на новом аккаунте, и это разработчики как бы не учли и не знают, как обойти систему, чтобы эти Apex Battle Pass не получали бесконечно, соответственно, ребята, которые обладают хитростью и навыками хитрожопости, да, то есть те ребята, которые хотят наебать систему и получить бесплатно Battle Pass, значит, их нужно, соответственно, угомонить. Вот в этом разработчики, этим сейчас разработчики и занимаются, насколько я понимаю, да? Дальше, ряд проблем. Самая большая проблема, когда ты, соответственно, находишь себе петушков, ну, соответственно, ребят, с которыми ты будешь катать каточку, да, как только они откисают, они выходят в ебаное лобби. Поиграть теперь невозможно абсолютно, понимаешь, с кем-то. Если кого-то уронили на старте, он не дожидается, когда его поднимут, он сразу же выходит и идет дальше. А это, мать твою, командный Battle Royale. Поэтому хочется, чтобы, соответственно, в этой игре была возможность, чтобы петушки, чтобы ты играл без петушков. То есть хотя бы, блин, один начал, чтобы ты не психовал сразу, да, начал. Второй момент, хотелось бы, конечно же, соло-режима, но соло-режима вряд ли будет в ближайшее время. Здесь петушки, смотри. Это друзья. Друзья радостные, залутались, смотри, радостные. Давай-ка мы им радости подкинем. Блять, это был предупредительный выстрел. Так. Это промах. А так вот нахуй. Ты куда бежишь-то, блядь, осади? Неугомонный убийца, блядь. Решил моего друга добить? Да, вот так вот. Сейчас, подожди, покажу, как надо добивать. Сейчас, подожди. Или вот так вот, блядь. А? Охуел, блядь. Да ты кто? Фу, блядь. Случайно убил, это третий. Это был третий, значит, это был третий товарищ.
Вот, значит, такие вот проблемы у нас имеются. То есть, когда товарищи, соответственно, не дожидаются и выходят из катки, да, то есть, у меня был случай, значит, я не знаю, петушки это сделали специально или нет. Рассказываю тебе cool story, значит, охуенную. Значит, меня уронили, да, ну, я бежал, естественно, вперед, все. Ох ты ж ебаный ротик. Значит, я бежал вперед, соответственно, всех уничтожал на своем пути, сметал. Значит, два молодых гуся. Значит, гуся, говорят мне, говорит, ты куда несешься? На английском. Говорят, на английском, говорят, блядь. Where are you going, блядь? Wait for us, блядь. Я, значит, разваливаю там сквад, один, второй, третий, как бы, все, у меня заебись идет, они добегают. Тут меня роняет сквад. Они воюют, они воюют, они всех убивают в итоге, да? На меня не обращают внимания, я лежу. Не берут мой маяк. Я, короче, так пролежал, они бегали мимо моего маяка и специально его не взяли в руки. Ты представляешь, насколько мне это было обидно? Я тут воюю за них, уничтожаю всех, бегу вперед них, прикрываю их, как говорится. Они психанули, блядь, и не взяли мой маяк. Ты понимаешь? Понимаешь? На нахуй, нравится? Снайперская у меня. Нравится, блядь? У меня винтовка, блядь. Так, подожди. Значит, давай их чехлить. Чебурашить, как говорится. Вот хорошо. Вот это хорошо. Вот это было хорошо. Ни разу не промазал. Заметь, обрати внимание, отцовские выстрелы тебе демонстрирую. Жалко, не в хедик, понимаешь, прилетает. Ням-ням-ням-ням-ням. Опасно. Ч-ч-ч. А чё это ты, блядь, прицел вниз не можешь увести? Так, спокойно. Неприятненько. Так, второго... А где? Подожди, кого? Я же валил этого, блядь. Подожди, это другой, блядь? Где твой друг? Поднять успели, похоже. Убежал, нахуй. Смотри, убежал. У них товарищ съебался. Я ронял этого, по-моему, миража. Я ронял миража, блядь, я тебе говорю. Так, ладно, похуй. Лутаемся, получаем удовольствие от этого. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Тихо. Вот тебя и ронял, маленький, блядь. Вот. Вот такая вот ситуация, значит. Видишь? Я его уронил, а ему было похуй. То есть его подняли, как бы, он убежал и только сейчас подошел. Видимо, залечился, да, чувак? Пока лечился, его друзей распидорастило, как говорится, да? Ну и вот такие вот плачевные, проблемные ситуации, значит, происходят у нас, да? То есть, как бы, не поднимают товарищей, как бы, играют с рандомами, значит. И не поднимают величайших рандомов, понимаешь, современности, как бы. Тех, кто идет, прикрывает их, убивает всех на своем пути, берет все-все в свои руки, тут меня случайно уронили. Меня вообще тяжело уничтожить в этой игре, я практически непобедим, как бы. Я тебе серьезно говорю, как бы, ну ты все видишь. Вот, знаешь, и тут меня случайно, по чистой случайности, меня роняют, знаешь, да? Ну, как обычно это бывает. И эти говнари, блядь, не берут мой баннер, ты понимаешь? Ты понимаешь, насколько это обоссанная ситуация вообще? Как это так? Я тащу, меня надо поднять быстренько, если ты хочешь топ-1, понимаешь? Они же должны это понимать, но нет, они обоссали меня. Они показали мне, что я им нахуй не нужен, ты понимаешь? Каково это, как это неприятно чувствовать себя обоссанным, ты не представляешь. Это просто невероятно, значит. И я пришел к выводу, что комьюнити в этой игре начинает быть обоссанным. То есть как бы... Бегают. Подожди. Комьюнити начинает быть обоссанным. И это очень неприятно. Тихо. Ч-ч-ч. Ненавижу пулемет, нахуя его я взял. Так, спокойно, там с дробаша чувак ебенил. Ладно, сейчас их расчехлим, сейчас тебе все расскажу, нахуй. Это охуеть вообще. Ч-ч-ч. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, что-то мне неприятно, блядь. Что-то я не знаю. Ладно, давай. Давай сейчас обойдем, короче, и дадим ему пизды. Ненавижу пулемет, нахуй. У него вообще пули сквозь летят. Десинхроны какие-то, нахуй. Что это за нахуй? Что это за нахуй? Откуда? 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 Не. Не, не. Пизду. You're up in the sky, I'll carry you home. Home to the mountain. And soon, my friend, you'll see them again, the ones you left behind, the ones you left behind, and I'll sing for you all the way home.
Откуда? Пизду.